так растут на пальме, как бусы. Вот они вот такие вот висят на самой пальме. Сейчас попробуем приблизить. Вот они, как бусы. Они висят очень высоко, но иногда они с пальмы падают. И вот один кокос лежит передо мной. И я хочу рассказать и показать, что можно сделать с кокосом. Кокос реально вот такой вот. Вот такой. Я беру его. Теперь вот он уже разделанный. Я беру нож. Сверху, да, сверху кокоса начинаю делать надрез. Дальше я вот эту кожуру вот так раскрываю. И в этой кожуре спрятан вот такой кокос. Здесь вот открывается небольшое отверстие. Из этого отверстия я могу там видеть, вот белое это уже кокос. Я беру. Если трубочка есть, можно через трубочку. Если трубочки нет, то я пью прямо так. Вот в таком среднем кокосе где-то около пол-литровой бутылки кокосовой вот этой вот воды. Ну, молоко называют, но мне кажется, это просто такая беловатая вода сладковатого вкуса. И сейчас... Точно. И сейчас мне нужно найти камень, чтобы бить вот эту кожуру уже кокоса. То есть верхушку. Верхушка снята. Вот эту вот сняли защиту. Там выпили молочко. И теперь камнем мне нужно расколоть эту кожуру и достать.